Театр выглядит, наверное, для людей, которые сюда заходят, не часто странно, да? Какие-то беженцы, все время какие-то костюмы, какие-то двери, какие-то фамилии. Вот, но нас интересует сегодня вот эта фамилия. Вот это. Вот это было только его гримерная. Последние два года эту гримерную он делил со мной. Это его диванчик. Вот, и здесь когда-то раньше была... Она есть, ребята. Опа. Куртка, я не знаю, сколько ей лет. Это не из спектакля. Это он надевал так, чтобы как бы быть в домашнем. Это же часть дома, это часть жизни. Вот это его все штучки. Конфеты. Его конфеты. И зажигалка его. Я просил, чтобы здесь ничего не трогали. Какой же он клевый был. Это и есть современник. Это и есть современник. Это и есть целая эпоха.